Эй, спрячемся под кроватью. Ты что, сдурел? Давай, лезь под кровать. Это самое очевидное, что вообще бывает. В кино всегда срабатывает, давай. Что за черт, Вита? А ну, вылезай оттуда! Черт, Генри, почему ты такой дотошный? Кино всегда срабатывает, да? Садитесь. Что за херня тут происходит? Слушай, Генри, Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге, считай, жизнь мне спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фальконе решит, что я его слил и прикончит меня. Черт возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вита, дружба тут ни при чем. Это работа. И если я ее не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить. Я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал, все из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственный, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за все. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет. Нет, Лео. Должен быть выход. Вито. Иди. Прости, Вито. Я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш. Лео! Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в теплые края. Но сначала давай уберемся подальше, пока твой друг не передумал. Ладно, Вито, проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Туда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось, так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик, и жизнь станет малиной. Карло всегда был скользким типом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка 100 лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Lost Heaven. Сделаю пару звонков, утрясу дела. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, зонтиком. Если Карло меня заказал, то оставаться здесь все равно, что место в морге застолбить. Это не слишком? Ну, я все равно собирался на погоду. Вот ты живешь до моих лет, Вита, и все эти свары потеряют свою жизнь. Фрэнк никогда не извинится. Он дрочун. Сейчас он слушает молодых горячих, потому что они говорят то, что он хочет услышать.
Если хочет поиграть в крутого шерифа и побегать за Карлом, пожалуйста, но без меня. Жаль только, что ты в этом завяз. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет. Хорошего отдыха, старина. Что делать? Я не могу вернуться домой. Не хочу его больше видеть. Эй, что стряслось? Кого видеть? Эрика. Мужа? Почему? Он бьет и гуляет все время. Погоди, он бьет тебя? Нет, но у него кто-то есть, я точно знаю. Он тебя бьет? Иногда. Сукин сын, убью. Нет, Вита, не надо, прошу у тебя. Я просто подумала, может, ты с ним поговоришь? Он тебя послушает. Где он? Я не знаю. У него есть друг, где-то на Ривер-стрит. Обычно успокойся, он у него будет сидит. Хорошо. Ну-ну, послушай, когда успокоишься, иди домой. Я поговорю с Эриком. Если этот мерзавец сегодня не придет и не извинится, позвони мне. Думаю, он придет. Хорошо, Вита, но умоляю, ничего с ним не делай. Не волнуйся, мы просто поговорим по-мужски, идет? Где Эрик? Да к черту, Эрик! Маш, приятель! Где Эрик? Кто? Эй, хочешь попробовать? Хорошая. Эрик! Эрик, ты совсем охренел или как? Я занят, не видишь? Проваливай. Занят ты должен быть со своей женой, ясно тебе? Я тебе покажу, как бить женщин.
Слушай внимательно. Еще раз тронешь мою сестру, на ремни порежу. Понял? Да. С сегодняшнего дня будешь сидеть дома, забудешь про дуть, забудешь про выпивку и будешь делать ее счастливой. И если я вдруг узнаю, что она несчастлива, я тебя найду и закончу работу. Тебе ясно? Да. Так, ребятки, театр окончен. А с этим типчиком никто больше тусить не будет. Никогда. Или я вернусь и с вами сделаю то же самое. Всем ясно? Франческо, Эрик пришел домой весь избитый. Ты же обещал, что ничего такого. Может, подрался с кем-то? Сама знаешь, он связался с дурной компанией. Он попросил у меня прощения, Вита. Пообещал, что будет хорошо себя вести. Все в порядке. Ты же его больше не тронешь, правда? Как скажешь. Но если он тебя хоть раз ударит, он труп. Ты что говоришь, Вита? Я тебя не узнаю. Вообще держись от нас подальше, ты меня понял? Просто держись подальше! Почекай! Живи! Давай! Гори! Макарони! Гори!